Всем доброе утро. Сейчас еще совсем утро, еще на улице темно, даже рассвет даже не намечается, поэтому я с вами вот в такой полутьме, уютное утро, похожее на вечер очень сильно. Кофе срочно понадобился. Прекрасный железный король. Сколько я тебя прочитала? 218 страничек. Я надеялась, что скажу вам, я дочитала вчера книгу. Нет, я не дочитала, потому что я уснула. В принципе, было предсказуемо вполне. Здесь вот я вам рассказывала про историю вот этого молодого человека, который, ну, такой нелепый, неказистно похож на многих из нас. Закончилась его история, ну, часть его, естественно, истории, и тоже там такая затравочка в конце главы, что вот это малейшее там невинное что-то породило что-то очень важное. Я рассказываю там более конкретно, конечно, в голове. В общем, эффект бабочки. Поэтому результат этого эффекта бабочки я пока еще не знаю. И вот все еще вступление. Так, Дрюон, давай побыстрее, у нас марафон. Я должна рассказать людям, нравится ли мне это или нет. Конечно, виноват Дрюон, а не я. Так что сегодня мы с вами дочитываем 100%. Какие у нас планы на сегодня по книгам? Конечно же, я дочитываю «Железного короля». Я прям по максимуму читаю. И хочу успеть за сегодня прочитать еще книжку с комиксами. Это, конечно, дело там на час, на два. Поэтому комиксы мы с вами обязаны просто прочитать. А все для чего? Для того, чтобы исполнить тоже ваши просьбы об отеле с привидениями. Тоже, так же, как и о «Железном короле», очень много комментариев, чтобы я брала Уилка Коллинза. Наверное, один человек написал, что можно поменять. В основном все написали, что «Отель с привидениями» бери, так что буду брать. Так что вот такие планы. Дочитываю «Железного короля», читаем сегодня же комиксы, а завтра полностью постараемся читать «Отель с привидениями». Правильно, там меньше 300 страничек, так что мы с вами все успеем, с вами поделюсь впечатлениями. Так что «Железный король», вот. Впечатление сложно сказать, потому что пока вступление большое, но многообещающее. Какие у нас с вами еще сегодня планы? Никаких. Я так понимаю, что у меня этот марафон стал не то что жутким прям предхэллоуиновским марафоном, а просто неделей чтения жутких книжек, потому что я хотела украсить как-то квартиру, а кроме тыковок, парочки и свечек у нас ничего нету. Самый прикол, что как-то в прошлом году даже и вообще всегда у нас перед Хэллоуином было куча украшений в магазинах. Ну, хоть что-то было, всякие там фишки, там прикольные там наряды, не знаю, всякие паутинки и так далее. Сейчас только в фикс-прайсе пару вещей, это очень мало. Почти ничего не нашли, и все. Просто в гипермаркетах ничего нету. Я не знаю, с чем это связано. Такое чувство, что просто все забыли об этом. Очень странно. Хоть что-то было, но как есть уже, так что не будем сильно с вами украшать. Тыквы нам в помощь. Во сколько у нас рассвет? 8:06, а сейчас 7:06, еще через час. Кстати, мне так нравится, как погоду обновили, смотрите, такой розовенький, как рассвет. Преимущественно ясно. Ночь на улице, какой преимущественно ясно. Ветер нормальный, так что сегодня должны с вами тоже пойти гулять. Посмотрите, какую прелесть нам привезли. Это книжка издательства «Открытая книга». Я обязательно оставлю ссылочку, где покупала. В Беларуси я покупала в магазине «Осьминожка», но в России и в Казахстане тоже есть. Издательство обалденное просто. Мы постоянно у них заказываем. Яромир обожает. Сейчас вы поймете, почему. Не первая книжка у нас, кстати, уже в коллекции из этой серии. У нас есть еще «Самое удивительное животное». Там аксолотль на обложке. Может быть, вы видели книжку. Вы поймете сейчас просто, почему я ее так люблю. И Яромир почему так любит. Посмотрите, какие огромные яркие картинки. Описание животных здесь. То есть тут вообще для любого возраста. Для постарше, конечно, интереснее, но Яромир просто огромных ящериц рассматривать. Это счастье огромное. Обожаю эти книжки. Так что обязательно советую вам, если у вас есть дети, то присмотритесь. Смотрите, какая красота. Обалдеть. Thank you.
Смотрите, какой красивый кадр я нашла на фоне стопок книг, там в нашей третьей комнате, где еще куча неразобранных книг. Меня будет видно вообще? Может быть, нет? Может быть, да? Будем надеяться, что видно. Я немножко продолжила читать «Железного короля» и очень зря это сделала, потому что здесь такое самое интересное начинается, такое на 240-й страничке. Знаете что? Это потрясающе пока. Очень, конечно, захватывает. Я еще немножко в историческую справку там в конце заглядываю, хотя так начало самое читаю, потому что, я так понимаю, там полностью расскажется, что будет происходить. И здесь, знаете, для кого обязательно просто к прочтению эта книга? Для тех, кто любит Средневековье. Здесь описаны, вот представляете, дворцы, замки, вот эти городские ворота, стража. Это дворцовая жизнь, наряды. Ну, представляете, 14 век, начало самое 14 века во Франции и в Англии. Лондон так описан более мрачно, нежели Париж. Париж средневековый, со всеми этими улочками, которые не... где живут бедняки. Жизнь и королевство, и жизнь бедняков тоже немного описано. Ну, прямо не могу, как мне пока нравится. Атмосфера невероятная. Я, наконец-то, дошла до момента, когда начинает развиваться действие. Для любителей средневековья прям обязательно. Тем более такое все динамичное. Я очень надеюсь, что этот кадр не придется вырезать, потому что хотела на солнышке так красиво, чтобы было. Получилось, как всегда, с какой-то палкой посередине лица. В общем, проще вот так. Смотрите, какая красота, я все исправила. Надеюсь, было понятно, что я рассказываю. У нас снова счастье. Веромира тоже счастье немножко. Баловство. Веромирочка, а что ты кушаешь? Он очень игнорирует в последнее время камеру. Не любит сниматься, уже не хочет. А у тебя что? Ой, сейчас отдалю. Что у тебя? Я понятно. С юморком, то есть у меня муж такой. А у меня лавандовый раф, как обычно, уже не халвичный латте. Сегодня как-то ветер посильнее, попрохладнее. Может, потому что утро, мне кажется, днем будет классно. Я все еще мучаю мужчину. Мне кажется, тебе понравится книжка. Там про средневековье, про Францию и про Англию. Мне обложка нравится. Я ведусь на обложке, поэтому... Я же говорю, понравился мужчина моему мужу. Нет, он там на птицу похож. Не, на самом деле это переиздание. Это что-то старая книжка уже. Да? Угу. 55-го года вроде бы. Ничего себе. Ну. А читается как старая книжка? Очень легко. Оно читается, как будто бы вот прям только что... Бывает, читаешь, язык ломается, и в голове у тебя просто каша из слов, которых ты даже не понимаешь. Ну, это вообще я, наверное, глупо. Нет, ну, есть книги реально, которые прям очень тяжело. Нет, это, ну, даже я бы не сказала, что классика. Это как источник. Какого она года? 30-х годов. Ну, а читается, как будто это вчера написали. Вот, вообще, Айн Рэнд, когда я узнала, что это... Так и темы какие там поднимаются, и по поводу там этих небоскребов и так далее, так чувствуешь, что реально... Да, как будто бы было написано только что. Пишет современник, да. Я вообще в шоке была, что Айн Рэнд, ну, когда еще только знакомилась с ней, что она реально классик. Ну, Дрюан помоложе, но очень легко читается, вот реально. Точно так же, ну, очень легко, как Айн Рэнд, так же читается легко. Только там всякие интриги дворцовые, измены. А что, типа, как ее правильно? Айн Рэнд. Айн Рэнд, что ли, не был интриг? Ну, да. Но я просто не про то, что тебе может быть понравится, Дрюан. Ну, я сейчас читаю Гарри Поттера. Женя читает шестую книжку Гарри Поттера уже подряд. Из семи. «Дары смерти» — одна же книжка, два фильма, или да? Два. Я не знаю, я знаю, что два фильма, типа, книг сколько. Но я не буду читать самую последнюю, которая там пьеса или что там. Пьеса. Да какая называется? «Гарри Поттер» и «Дитя подвала». Я не знаю, короче. «Дитя подвала» — не «Дитя подвала», точно. Как того? «Дитя». И «Проклятое дитя». «Проклятое дитя». Господи, как сложное название какое. Я не читала, не хочу. «Гарри Поттер» и «Дитя подвала». Идея для фанфика. Это могли только написать это, знаете, в русском переиздании. Таня Гротер. Таня Гротер классная. Нельзя подвала. Thank you.
Всем добрый вечер. У меня чудесная тут поддержка моральная. Что ты хихикаешь? Сейчас замаскируешь, меня не будет видно, я буду постельным бельем. Это постельный клоп. Клещ. Ты клещ. А ты что? Сам ты такой. Я дочитала «Железного короля». И я только что посмотрела, кстати, уже в продаже, уже вышли все 7 книг. Я почему-то думала, что книжки 3 или 4 вышли. Если ты будешь так смотреть, я тебя прогоню. Нет, так я подумал, что это одна. Я просто недоволен тем, что их 7. Ну, скажи, если нам не понравилось, мы-то расслабимся все вместе. Кто расслабится? Все люди расслабятся и подумают, слава богу, 7 не надо покупать. Кстати, хороший способ. Нет, на самом деле мне понравилось, к сожалению. Да, никакого, к счастью, здесь не будет. Да, кстати, такие книжки, классные издания, мне... Хватит, что ты, почему ты так ведёшься, что мне не могу рассказывать нормально? Почему? Что это такое? Я же просто в телефончик играюсь. По максимуму тебе атмосфера ждёт. У меня есть нет. Хорошо, все, ты клещ. В общем, дочитала, и на некоторых моментах, жалко, что у меня с собой не было камеры, она разрядилась, заряжалась. Я сидела с такими глазами... Это вообще как неожиданно. Было несколько сцен очень жестоких, кровавых, настолько жестоких, что даже удивляешься, вот что это на самом деле было. Вот это самое, наверное, ужасное. Нет, тут и то, что это было на самом деле, и описание очень жестокие, кровавые. И наказание не соответствует абсолютно преступлению. В общем, некоторые сцены были прям... Вау, слишком сильные, слишком мощные, слишком жестокие. Но таких сцен было несколько. Об этой книге, вот о таких, в принципе, о всех исторических романах всегда с двух сторон ты смотришь и рассказываешь, потому что, с одной стороны, это реальная история, то, что было. И то, что было, это придает этой истории такую прелесть. Каждое движение, каждый взгляд, каждое слово приобретает ценность, потому что ты представляешь, на самом деле это происходило. Немножко, если быть более такой... объективной в плане оценивать это как художественное произведение, просто как художественное, предположим, что этого не существовало, тогда некоторые моменты провисали, скажем так, было... На некоторых моментах было скучновато, это все так как-то тягомотно длилось, эти политические интриги, и такие описания иногда прям уже хотелось побыстрее, чтобы это прекратилось, тем более, что имена многие, вот мне как не историку, далеко не историку, незнакомые, и действия незнакомы, так как-то вскользь, и уже так хотелось пройти, конечно, через это, но в целом потрясающе, потому что малейшее движение какое-то сердца одного человека влияло на судьбы тысяч людей, миллионов. Это так странно. Вот просто какая-то любовь какая-то, ненависть какая-то одного человека к другому просто рушила страны, судьбы сотен людей. Это, конечно, великолепно. И сейчас там вторая книга... Наверное, даже название этой книги будет немножко спойлером, потому что исходит из того, что происходило в этой книге, и мне очень интересно о судьбе этого человека почитать, поэтому, конечно же, буду читать продолжение. Невероятно, вот то, что будет во второй книге, меня это интересует больше всего, потому что вот эти политические интриги — это одно, но вот такие всякие страсти душевные и происходящие из-за этого вот трагедии — вот это для меня самое интересное, и вторая книга будет как раз-таки больше об этом. Так что мне очень книга понравилась. Я думаю, многим она понравится, любителям истории, средневековья, и тоже дворцовых всяких интриг, хитросплетений, и политических тем более, тоже должна понравиться, поэтому ладно, присоединяюсь к лагерю любителей Дриона. И я вам говорила, что сегодня мы с вами должны продолжить читать... Господи, как он называется? Ты не уснул? Кайдан, да? Кайдан. Но я подумала... что так как многие хотели, чтобы я прочитала «Отель с привидениями», давайте мы с вами возьмем и сегодня... Ну что, наступило? Это книжки детские. Прочитаем... Наруто. «Отель с привидениями». Так что давайте с вами возьмем «Отель с привидениями», потому что мне уже самой захотелось прочитать. А Кайдан — это книжка, ну, во-первых, которую нужно читать просто взять и прочитать за один раз, и это мы с вами сделаем завтра днем. То есть вот днем у меня такое время, когда я могу спокойно читать бумажный вариант, неторопливо. О, прикольно, здесь так отсвечивает, так ничего не видно. Так видно девушку. Если это можно назвать девушкой, конечно. Вот, так что Кайдан оставляем на потом. Берем «Отель с привидениями». Он занимает 240 или 260 страничек от этой книги.
И вот мы с вами сегодня начнем и завтра обязаны закончить за вечер. В общем, за два вечера должна прочитать эту книжку. Согласен? Ну, половину ее. Так, вот я нашла здесь страничку. 245-я, 246-я еще «Отель с привидениями», а дальше вот второй роман. Так, фокусируйся. Не знаю, роман-то или повесть, ну да, больше половины книги у нас «Отель с привидениями». Что здесь у нас? Так, действие разворачивается в Венеции, городе темных каналов, пустынных мостов и таинственных смертей. Старинные палаццы превратили в фешенебельный отель, но оно продолжает хранить свои мрачные секреты, сводя с ума постояльцев, заставляя задаваться вопросом, кто они, орудия рока или просто сумасшедшие. Сочетание детектива и истории о привидениях. Уилки Коллинс, не подведи, пусть это будет мрачно, жутко и классно потом разыграно в конце реальностью. Венеция. Я вот здесь была, на этой площади. А мы с вами, по традиции, давайте выберем закладочку. Я прям не могу, мне так хочется читать сегодня. Конечно, на завтра, на ночь. Ну, так и получится, на завтра, на ночь я ставлю в преддверии Хэллоуина, прям в канун 1 ноября. Так, здесь соль у нас, следы обеда. Вот, будет классно читать. Так, давайте закладочку. Может, это вот такое фиолетовенькое? Или она слишком большая? Нет, нормальная. Или... чтобы висела эта штучка деревянная. Вот. Правая. Это какая? Тут догадайся. Ну, вот фиолетовый или с веревочкой? С веревочкой. С веревочкой, да? Хорошо. Женя выбрал с веревочкой. Решили мы попить еще кофеетик. Хотела вам показать еще, у нас же есть два сиропа для кофе. Если что, я сироп подливаю почти каждое утро в кофе. Ореховый, но ореховый у нас давно, мы вот, ну, там, половинка или сколько больше уже выпили. И недавно нам привезли, смотрите, какую красоту, огуречный. Почему-то все считают, что это очень странно, но он, это как, он как сироп, он не просто как огурец, а как сироп. Он, то есть, сладенький огуречный вкус. Обалденно в кофе. Мы раньше его все время пили... добавляли в холодный, там, вайслат, например, с огуречным, это обалденно, или в эспрессо-тоник, но сейчас мы пьем просто, добавляем молоко, греем и кофе, и все. Он обалденный. Он действительно сладкий, абсолютно как сладенький сиропчик с каким-то привкусом свежим. Очень классный. Поэтому не бойтесь, это не эксперимент даже. Например, с розой сироп, я понимаю, он такой прям ядерный, на мыло похож, огуречный, просто прикольно. Так что, если где-то увидите, попробуйте. Это, наверное, наш один из любимых. У меня любимый лавандовый, и роза. Вот это два моих любимых. Я вот с розой обожаю. И на втором месте у меня огурец. Орешек мы еще раньше брали, когда никаких ни огуречных не было, ничего. Мы взяли просто, чтобы хоть как-то вкуснее был кофе. Thank you.
Добрый вечер всем. Смотрите, мой успех. Что за счастье в этом марафоне с книгами? 60 страничек. И это настолько интересно. Я, может быть, давно не читала вот такие динамичные книжки. Рассказывается здесь. Начинается все с того, что к доктору приходит девушка, такая бледная, вся загадочная, и говорит, что доктор, мне кажется, я морально, может быть, нездорова, как обследуйте меня. И рассказывает историю доктору, что она выходит замуж за мужчину, который ранее был помолвлен, но его бывшая невеста разорвала помолвку, когда узнала, что у него появилась новая девушка. И она встретила эту девушку на балу, на каком-то приеме. И эта девушка на самом деле просто чудесный человек, не которая вот главная героиня, а которая разорвала помолвку, возможно, не будет главной героиней. И она абсолютно не держит зла, она понимает все, что, ну, так сложилась судьба, чудесная героиня. Но непонятно почему, когда наша, та, которая бледная, новая невеста, встречает ее, она смотрит на нее, и у нее просто все холодеет внутри, она смертельно пугается, падает в обморок. В общем, просто какой-то холод ее пробирает, жуть. Непонятно почему. Потому что девушка, ну, как бы тут ни при чем, она абсолютно нормальная. Вот, это вступление ко всему происходящему. А потом уже происходит свадьба, и наши молодожены уезжают в Венецию. И вот, ну, свадебное путешествие, уезжает в Венецию потом, поселяется в том самом палаццо, загадочном отеле мрачном. И мы не узнаем, что там происходит, мы видим все от лица бывшей невесты. И бывшая невеста получает письмо о том, что слуги, одна служанка жены ушла от них, а слуга, курьер, он исчез. И кто-то присылает жене курьера деньги, как бы успокоение, что это вообще произошло с человеком, неизвестно. А потом муж новоиспеченный умирает. Тоже при непонятных обстоятельствах, вроде у него был бронхит. Все, вот на этом я остановилась. В общем, куча событий, все ведется от лица бывшей невесты. То есть она будет главной героиней, есть еще брат вот этого мужа. В общем, непонятно. И пока мы не проникаем в тайны этого отеля, пока мы находимся с вами в Лондоне. И все происходит, все происходящее мы видим из писем. Но это настолько интересно. Почему считают слуги, куда пропал этот курьер? Что там вообще происходит? Как чувствует себя жена? Почему все жутко мрачно? Что она почувствовала? Интересно, конечно, так описано, и сразу же прям куча действий, куча всего. Надеюсь, мы с вами скоро перенесемся в этот отель, потому что я уже хочу по Венеции путешествовать. Пошла я монтировать, пить чаёк ромашковый и продолжать читать дальше. Спасибо огромное, что еще один день провели со мной. Завтра уже заключительная часть марафона нашего. Очень мне нравится, очень классно идет, так что буду вас держать в курсе книжечки. Мне прислали мне очень честная прическа. Спасибо за просмотр и до встречи завтра. Всем пока!